Вернувшийся в Гомель большой волейбол продолжает радовать поклонников этого вида спорта. Энергия вновь оказалась сильнее своего соперника. На счету команды уже 5 побед. Во втором туре в гости приехала витебская команда Марка ВГТУ. В предыдущих играх Кубка и чемпионата гомельские волейболисты не уступили ни одной партии. На этот раз все сложилось иначе. Энергия и вовсе была близка к поражению, уступая по ходу встречи 0-2. Но невероятная воля к победе позволила переломить ход поединка и добыть победу. Сценарий второго матча уже не был таким интригующим. Энергия в сухую переигрывает оппонента 3-0.